Всем привет! Это бабушка Поля. И снова мы начинаем путешествие в виртуальной реальности. Вот. Включай телевизор, показывай, как все это происходит. А? Включай телевизор, показывай, как все это происходит. Да. Вот, включила телевизор. Так. Все? Теперь вот надо с компьютера на приставку переключиться, режим поменять. Все, режим поменяй. Кого? Режим поменяй с компьютера на приставку. Вот. А, вот это, вот тут. Да. Вот это слишком далеко отщелкало. Нижняя. Ты говори, я не слышу. Нижняя. Нижнюю? Ну, ты видишь это? Да, да, еще, и щелкай. До нижней. Вот. До нижней. Вот она. Угу. Вот, теперь джойстик. Помнишь? Так. Джойстик. На кнопочку вот посередине внизу. Чего? Внизу посередине на нем кнопочка, видишь? Ага. Вот, теперь включается приставка. Теперь что? Вот, жди, пока приставка включится. А. Шлем можешь пока одеть. Угу. Шлем одевай. Да, оттяни его побольше, так, провод-то. На затылок заднюю часть не одевай, под затылок. Потом вот так. Нет, там на кнопочку нас сначала нажать. Да. Вот она, держишь? Да, и держать когда. Угу. Близко все? Да, все. Получилось? Да. Вот, теперь, короче, смотри, убери джойстик. Вот, теперь, короче, чуть-чуть пошевелись. Чем? Ну, корпусом. Ну? Ну, в бок, влево, вправо, он тебя просто не обнаружает. Не-не, сама корпусом, плечами, а. Там как-нибудь пошевели. Плечами своими. А. Да, влево-вправо чуть, он тебя просто не видит как. Ага. И джойстик подними, попробуй. Не? Сейчас попробуем. Он тебя не замечает. Сейчас, стой. Давай, я попробую. Оба-на. Что-то он перестал обнаружать. О, во! Появилось, видишь? Так, кнопку ты не включила только одну. Не включи. Вот эту вот какая. Так, теперь вот выбирай игру, она вторая. Так. Вправо листай на L. На один. Я не поняла, что ты сказал? Кнопка L, помнишь где? Сейчас, L? Да, это который крутить можно, слева. А, L и R, две их, да? Да. L нажимать? Да, в бок ее, вправо подвинь ее на одну. Нет, лево. Нет, только не так далеко, а тебе надо было на одну позицию. Теперь назад влево. Левее. Лево. Влево. Не, это право. Я справа сижу. А. Вот эту игру запускай на крестик. Куда? На крестик запускай вот эту игру. А, подожди, вот там. Ага. Вот ее запустила. О, дверь какая паршивая. Это еще в доме не была там. Сейчас ты до дома этого дойдешь. Ты предупреди, папа, что притон какой-то. Потухло. Сейчас все появится. Так, звук давай включим тебе в игре, да? Звук давай включим оттуда. Ну да, а как? А, не, он включен, а что ж там было? Кнопка, как будто звук выключен. Что-то ты не нажал случайно там? А что ж его нет все до сих пор? Так, смотрим, подключение к сети идет.
Звука нет, да? Звука нет. Странно. Вот я на этот мут нажимаю. Оба-на. И как же так получилось? Что ж там выбрало-то? Так, теперь, короче, смотри. Доступны новые эпизоды. Вниз листай. На L. Вот. Сейчас посмотреть потом. Играть в режиме VR. Вот, все, звук есть. Листаем вниз сначала. Нажимаем крестик. Вот, все чисто. Крестик, видишь? Вот. Да. Так. Проверка. Вот засветился шлем. Так, теперь вот. Начать обучение нет. На крестик ты его уже прошла. На крестик. Вот идет сама игра уже. Видно все? Начать игру на крестик. Крестик нажимай. Кнопка крестик справа. А. Так. Это, гляди. Тут написано новая игра. Продолжить вверх лесни на L. Чего? При помощи L передвинь указатель вверх. А. Не. Видишь, ты долго, надо тебе аккуратненько. Надо сразу. Раз, вот так нажал и отпусти. Видишь, ты слишком долго на ее держишь. Раз, вот, легенько нажми. Нет, еще легче. Еще. Вот. X на крестик теперь. А? На крестик. Ты говори, я не слышишь. Вот, теперь вверх лесни, тебе надо уровень сложности. Или ты можешь использовать крестик, который слева от L, помнишь, вот это, где вверх-вниз, слева-право, такой крестик. Не кнопку крестик, а сам крестик, где L, видишь, кнопка где? Ты слышишь меня сейчас? L, вот, ну, слева. Слева от нее, помнишь, крестик находится? Ты можешь на нем можешь менять, вот, вверх нажми на нем. Сейчас. На легкий уровень сложности, чтобы просто переключить. Нажимай вверх. Вверх, сейчас, да. Подожди. Во. И на крестик подтверди. Вот на это. Да. Вот это, конечно, не очень удобно, что и это крестик, и то крестик. Вот, сейчас поставь. А нам видно? Голову поверни влево. А? Голову в сторону поверни. Видно по сторонам, да, что? Да, мне видно. А в сторонах ничего нет. А, есть. Есть. Все, ты внутри, да, уже? Нет. Только спереди. А теперь и по бокам будет, смотри. Hey.
It's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah. В буквы видно? Да. Читаешь, что написано? Да. She's not dead, she's alive. She's back. Так что? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolphy, Louisiana. Поняла, где ты? Да я читаю, я не вижу. Я не буду читать. Ну там же было это написано сейчас. Вот, видишь, можешь теперь в машине вот видеть по сторонам. Ага. Ну где я? В лесу. В машине. Там, по-моему, Луизиана говорили. В машине, да. Во. Я прям вот. Ну, как ощущение? Да в машине я. Ой, ты. Все, можешь как гулять ходить. А как? На Эль. А? Видишь, у тебя написано сейчас табличка. Эль и Ти. Видишь? Ти. Где Эль я показывал? О, пошла. Все, идешь теперь. Видишь, по сторонам можешь смотреть теперь не просто вот. Смотреть, да, а можешь ходить даже тут. Ой, я боюсь. Класс? Ой, вода. Можешь вода. Остановиться, если хочешь. Ой, оглядеться. Поглядеть, где что. То есть тебе не обязательно идти. Ой, вот, ты вот в кусты пошла, ой, видишь? В ногах, в руках что-то. Куда ты в кусты пошла, видишь? Да. Аккуратней, смотри куда. Да. Табличка, гляди, что написано. Да, проверь поставлю задачу. Вот. Можешь можешь остановиться, оглядеться, на небо глянуть. Ну, поняла. Я... Сзади посмотри, что. Я захочу там остановиться. Ой, солнце светит. Ну как, интересно? Ну, интересно, конечно. Ходить вот, да, теперь можно. Да. Я пока не буду тебе подсказывать, просто вот как ты сама куда, я сама, да. Ты не лезь. А вот этот забор. Я то, где не разберешься, так буду говорить. Да. И вот думаю, куда бы ты вот пошла. Да я вот сюда пойду. Вот, и тебе, видишь, что говорю? L3. Где я тебе говорил? Вот он. L3 где находится? Ну, L3, ну вот надо качать. Нет, надо нажать на L. А, нажать? На серединку, помнишь? А это просто L1. Если L крутить, то это L. А если на L нажать, то это будет L3. Ага, там вот. L3. А, нажал. Вот. И видишь, он быстрее побежал. Да. Это вот так бегать. Ой, вот в этом зайду. Ой. Под ноги смотри, куда идешь. Да. Под ногами гляди, что. Да. А то в тупик какой-то зайдешь. А я так назад могу, да? Да, куда захочешь. На я разворачиваться, помнишь? Да. Или как я тебя учил, смотришь, какую точку хочешь, и вверх нажимаешь, и у тебя он это корпус перестроит. Вверх? Да. А мне вот руку кто-то машет. Это он от мух ты отмахиваешься. Ну вот я R нажимаю вверх. Да, но ты сначала глянь туда, куда ты хочешь перевернуть, по это, встать. Ну, я глянула. Ну, а теперь иди туда. А, вот это. Да, это чтобы корпус перестроить. А, понятно. А, или идти. Опять я в эту выйду. Ну, вот справа оглянись, ты по сторонам посмотри. Да. Ой, вода тут, шланги. Да, вон. Быстрее пошла. Да, побежала вот теперь. Да.
Где надо быстрее, там быстрее. А вот забор, ворота. Вот ведь не пройдешь, они закрыты, да? Тогда я развернусь. Ну, может, ты пройдешь, у тебя же там это, руки есть же. Ну да. Ну я. Вот, чтобы вот так голову не держать, ты нажми вверх, и он тебе корпус перестроит в эту сторону. Вверх? Да. Вот, погляди в сторону, в какую хочешь идти. Ага. Поняла, да? Поняла. И он корпус в эту сторону перестроит. Да. Развернется всем туловищем. Ой, по лесу, правда, ты глянь. Ой, ой, вода тут, а я по воде иду. Тут машина какая-то. Чуть не идет. Ну ты под ноги глянь. А, поэтому, да? Да, ты надо под ноги смотреть так-то. Ясно. Так как же, если я не выйду, тогда я нажму вот эту. Ну да, если развернуться не получается. Угу. Да. Вот в эту сторону хочешь идти? Да. И вверх подыми. Назад немножко. И помнишь, где находится? Да, все, я... Вверх ее подыми. Подняла. Не подняла. Вот она, Эр. Вот она, Эр. А, ее, да, поворачиваешь в ту сторону, в какую надо. Ну, куда я хочу? Ну, и вверх, видишь, и у тебя он перестраивает. Ты видишь, голову в бок просто держишь. А чтобы ее держать прямо, ты вот смотришь, в какую сторону хочешь повернуться, и вверх их поднимаешь. А потом опять голову так держишь. Поняла зачем? Да не совсем. Ну, тренируйся. Ладно, я понял. Вот поняла. Ты просто, видишь, голову неровно держишь сейчас. А как ровно когда? Так я ж тебе и говорю, Эр, надо нажимать. Вот смотришь в эту сторону, погляди в ту сторону, в какую хочешь идти. А. В эту сторону хочешь идти? Да. И Эр вверх подними теперь. И видишь? Ага. И теперь ты можешь голову ровно держать. Опять забор к этому. А через забор я не пройду? Ну, ты попробуй. Все. Вот, что он тебе написал? На, видишь? Крест, да. Да, где крест? А теперь я R нажимаю, да? Да, а крест где? А перед... Кнопка-то у тебя есть такая? А, крест, вот, большой. Ну да, кнопка. Левый. Справа. А, крест, который кнопка. Видишь, он пробует цепью дергать. Не срабатывает. Не срабатывает. Значит, я нажимаю R. Да? Значит, ты повернись в ту сторону, в какую хочешь идти. Вот. И R вверх подыми. R вверх подыми. Под правым пальцем. Подожди. Под пальцем правой руки. Ну все, я нашла. Вот это вот. Да, вот. А вверх это значит вот так, вот, гляди. Вот. Вот вверх. Да.
Ага, видишь? И вот так он тебя, вот смотри, в какую сторону смотришь, вот так делаешь, он тебе в эту сторону начинает идти. А ходишь на Эль, ей для разворотов нужна. Вон чего. Опять машина. Опять в это. Тут все тупик будет опять. Вон дорога. Да, вижу. Ну как ощущение? Ой, нормально. А F3 кнопку помнишь? Да. Нажми. Что, убедить? Не, вот это как F, только на середину нажать. Да, я нажала. И он у тебя, по идее, приседать должен. Видишь? Ну. Он приседает. Да. Это если тебе надо будет вот присесть, то ты можешь на F3 нажать. Ладно, теперь иди дальше. Я пойду. С горки. А тут нету. Хода нет. Ну смотри, под ноги гляди там, куда, где дорога. Он же у тебя это по кустам не пойдет. Не пойдешь. Ой, полетели птицы такие. Ой, громадные птицы. Ой, бля, какие птицы здоровые. Ой, кша. И лисипа. О, какие птицы. Ой, я испугалась. Ой, тут не пройду я. Ну а картинка как качественно, вот так листики. Да, все видно, все хорошо. Вот мне надо повернуться, R нажать. Да, можешь в бок R просто двинуть, если тебе так удобнее. Да, вот так. Может, тебе так удобнее будет. Да и так, да. Вот через это я пролезу. Только ты можешь это узнать. Нагинай. Видишь, он тебе показывает, что присесть. Нажать. А как присесть? А тебе написано, видишь, что нажать, чтобы присесть. F3. Я ж тебе показывал. F3. Это та же кнопка, что F, только на нее нажать надо, а не подвигать. Ага, нажала. И вот он у тебя приседает. Держишь, вот, и идешь на F. И он в приседе у тебя идет. Поняла как? Встать. Да, опять на F3, чтобы встать. Вон, надо смотреть, что пишут. Да. Ну как? Ой, как интересно. Ой, ты хоть на небо глянь. Ой, да я не успеваю. А ты не спеши. А ты куда спешишь? Не знаю. Оглядывайся. Жанна, а ты смотрела? Была? Нет. Ой, как интересно. Ой, да ты попробуй. Ну, лес такой старенький, какой-то пыльный. Ну, вообще-то не... Ну, это постапокалипсис. Это конец света наступил, короче, и ты гуляешь тут. Опа. Через кусты нет хода. Да, старайся по нормальным дорогам ходить. Что-то упало. Упало? Это пульт от телевизора упал. Что это?
Можешь кнопку с кружком нажать, помнишь, она справа от кнопки с крестиком, чтобы убрать. А, сейчас. Сейчас. Треугольник сверху, кружок все, справа. Убрана. Как я тебе говорил, крестик это выбор действия, кружок отмена действия. Если неудобно вот так вверх R нажимать, вбок R поворачивай, он у тебя будет поворачиваться на 30 градусов. Ты видишь, просто сидишь боком. Ну да. А тебе надо просто разворачивать корпус, чтобы прямо сидеть. Ну а как прямо, чтоб прямо? Да, при помощи я разворачиваешься. Поняла? Во. Да, на 30 градусов можно. Не один раз можно нажать. Да, конечно. Это если ты хочешь быстро развернуться, ой, тебе надо вверх. Ну, потрогай. Ногой. А тут дым. Ой, дым. Тут я не спрыгну. Думаешь? Ой, дом какой-то. А там дым какой-то. Тут я не слезу. Не знаю, только ты можешь узнать. Ой, пролетело. Нет, тут нет коряги такие. А тут что дымит. Сумка какая-то. Дом, ой, старый дом какой-то. Ну что, сделаем паузу, а то уже 27 минут, да?